Кто за колбасками, а кто кабанами? Давай. А выбираем. Я кабанами. Давай. Так, что-то у меня тут не вышло. Так. Ну что, начинаем. Потом позовете, когда у вас будет конец. Я посмотрю. А ты вперед! Поистине вперед! Thank you.
сейчас победа, комментарий по игре. Хорошая игра сегодня у нас получилась. Забили 3 гола. Могли, в принципе, еще больше забить. Больших проблем нам сегодня Витебск не доставил. У них был в первом тайме хороший момент, но спасибо Чича, выручил нас. И, в принципе, больше каких-то таких, наверное, опасностей Витебск не создал. Стал Драгун уже не первый раз после твоих передач забивать. Это наиграно на тренировках или вы просто на подсознательном уровне друг друга чувствуете? У нас чутье просто. Мы знаем, где, куда, я знаю, куда подавать, он знает, где находиться. Ну, это шутка, конечно, но на самом деле получается неплохо. Смотри, сейчас в прессе активно начал муссироваться слух о том, чтобы объединить чемпионат Беларуси и России, ну, точнее, позвать Батэ там и другие топовые клубы Беларуси. Как ты думаешь, вообще это нормально или лучше все-таки придерживаться? У нас своя страна и свой чемпионат, я не знаю. В принципе, с одной стороны, возможно, это неплохо для нашей молодежи, которая, в принципе, может прогрессировать в российской лиге. Но мне сложно пока ответить на этот вопрос, он довольно-таки глобальный. Я понял. Все, спасибо.